Дождь, как он мне надоел, господи, почему когда я в гран-при вся дождь? Ой-ой-ой. Блин, жесть. 75%. Мне кажется, будет в начале. Хотя и в конце не будет. А если сейчас настройки поставишь, что в гонке нельзя будет, да, их поменять, если да. И что, давление стандартное тогда лучше ставит? Или вы не заморачиваетесь над этим? Ты про какое давление? В тормозах. А-а-а. Да я вообще не парюсь, я те же самые настройки, что и на сухую гонку, что и на дождь. Понятно. Дождь, конечно, не кстати. Я сейчас примерно то же самое, что в Корсе. Там заходишь, и там остается до конца квалы 2 минуты. Есть время чисто на один круг, и все. Без ската едешь потом. Господи, за что? О, болит уже стукнул. Убеги меня. Пацаны, как назад задний КПП? Переключаться на задний передач. То есть скидывай вниз до самого последнего. Блин, у меня руль, короче, наполовину только поворачивает. Как на зиму у меня открыло? Да было настроено все. Вы чё там все разбиваете? На лифте это получше. Да чё, эпидемия, короче, на торможении остановился, блин. Я в него врезался. По моей траектории прям. Может, так глюканул просто? Ты глюканул, передо мной выехал. Из бокса глюканул у меня. И передо мной еще было пару машин. Я погнал этого, просто эпидемия. Басараба на жесткий. А смысл, если дождь будет? ХЗ. Ну понятно. К
Ну, он, мне кажется, будет тянуть на одном бите до круга 12, и типа потом пойдет дождь, и он переобуется, а мы на одном бите. Все красота. Хотя толку, я не знаю. Отыграть по пару позиций. Сань, я ж тебе уступал траекторию. Чё ты поехал влево? Чё за фигня? Я, короче, не... почему вечно проблемы какие-то, блин? У меня руль не поворачивает нормально. Димас, попробуй перезайти. Еще до конца квала 8 минут. А я туда перезаходил уже вчера, я не смог вернуться. Нет, в этот раз должно получиться. А, это неверно. У меня спиринг. Короче, у меня стоял принудительный этот, что-то... Принудительное использование стало геймпад. Нифига. Красавчик. А я и 15 тысяч не вышел. Там прям 15 тысяч. На пустом баке. Я тебе не скидывал скрин? Нет, не помню. Значит, не скидывал. Но я вышел с 15. Я сейчас только не собрал этот первый сектор, наверное. Сейчас я бокс, наверное. Не, не бокс. Чё, Дима, ты настроил друг? Да. Это то. Эй, а что тут первый поворот резать можно? И там чуть-чуть, да. Ты, блин, что такое медленный? Блин. Да не, не второй мерт. Five minutes to go.
третьем секторе потерял больше секунды. Блин, срезан. У меня первый сектор, по-моему, сейчас скажу, 15.3, по-моему. Да, 15. 16-16. А второй, я не знаю, тебя там посмотри. Я бокс. Еще один круг. Не предлагайте только завершение, пожалуйста. Питание. Нифига себе, 30 секунд собрал, 22.8, офигеть. Я еще могу снять с этого время. Короче, один круг попробую. Я бокс, я уже никуда не приеду в жизнь. Лучше все равно не лучше. Daniel, you will have every chance, because it's gonna be raining. Смотри, вы сейчас из 15, смотри, Серега, первый шанс, смотри. Смотри. Yeah, блин, Blink скорость забыл включить. Pole at the moment. С эпидемией первый сектор один в один. Макс первый. Зачем вообще едешь по траектории, я не понимаю. Ты смотришь вообще в зеркало, Дима?
Что? Десейшн смотрит вообще в зеркала. Я смотрю, за мной никого не было. Я улучшал свой сектор, свой круг. Какой ты просто, я не знаю. Слушай, за мной никого не было, что ты рассказываешь? Я сам был на быстром круге, меня никто не догонял. Ты передо мной был. Я был на быстром круге, ты не мог меня догонять. Блин. И потом я съездил, и меня вылетело. Выкинул. Но ты был передо мной. Я не был перед тобой. Значит, лаги. Я не записывать не буду. Ты физически меня не мог догнать, потому что я на быстром круге. А ты на каком секторе был? Меня на третьем выкинуло. Я там тоже был за тобой же как раз. Ты прям так медленно ехал прям. Надо было меня отпустить, чтобы ты меня не догнал. А как я тебе, если я на быстром круге? 2 секунды осталось, и все уже. Последний круг это. Я в тебя уперся в последнем повороте. И предпоследнем. Жопа. Да, не лучше. Хорошо, хоть зеленые, а не синие шины. Че, дождик? Да, дождик. Дождик. Че, сейчас провалюсь по любасам. Блин, можешь записывать гонку. Видишь, дождь будет не сильный на промежутках. А будет такое мясо там, после торможения на прямой. О, сейчас повылетаем ноги. Здесь меня не толкнут? Где я второй? Максим, а ты на руле? Он на руле, да? Или на паре? Ну, судя по его времени, скорее всего, на руле. Чего там 8 не этих? Я ему 8 тысяч не проиграл. Хотя я улучшал на 25 на самом круге. Блин, тут десейдж. Сер, ты 12-й? Да. Тач. Блин, ты у меня прыгаешь вообще. Я троих в одном повороте обогнал. Легко было, ребят. Ошибся. Сильно. Все, минус гонка. Я опять там в повороте. Thank you.
открыло опять минус гонка. Да почему? Что творишь, бля? Thank you.
не трактор каков. Чё там Я что, какой ты мудак вообще? Просто осёл. Пора напиться.
Ребят, я троих обогнал, там жесть. Это было очень красиво. Жалко, я не снимаю. Просто троих в стадионе. Серый, да что он заканчивается? Наименьше стало. Таня уже на крутых там.
когда он кончится, блядь. Ты делаешь? Что ты делаешь, я не спрашиваю? Это ударил, что ли? Пока. Ну, пизда. I
Серьезно? Есть, я не хотел бы сюда ехать. Замять. Серьезно? Кто разбился? Блин, а я думал, он просто вышел. Не Макс подвешел. На мягкий микрофон. Плюсую серых листом. А вот сейчас? Блять, трасса подсекать уже будет. А мне тут топ. У всех разная тактика, я уверен просто. По крайней мере, у героя тройки была разная. Мам, ты на суперсоксе? Да рано еще. Юра на мягких. Юра на мягких. Я поехал в бокс и разбил крыло. В последний момент решил поехать в бокс. Странно, вообще позицию даже не потерял. Это гонка интересная. Enin, did you crash? Опа! Это за что? Ну, машина безопасна. На прямой обломке аккуратнее. Блядь, мягкая нормально держит. Дэнни, Артём says that he was pushed by you on the straight. Call the Enin again. Я вот в последний момент решил в боксы заехать. Я ещё врезался случайно. В каком секторе? Последний. Ну, за сетикар на последний. Нет такого по втором. А у всех мужчины дергаются. Артём говорит, что Даниэль выбил его. И нецензурные дальше слова. Пиздец, за что у меня штраф? На вам, бля. Отгоняй его. Нет, я. Мне штраф дали, ты что там? Пиздец, мне штраф дали. Серега, ты на мягких, я не вижу. Да. А вот на предыдущем круге. И вот это, ты пошел ва-банк, когда за мной застрял, и ва-банк пошел. Ну я все, я перешел. Потому на... что тебе бы не хватило ремня до конца. Там как бы кто-то. Что пораньше заехал. Кофе цинком. Вот меня штраф. А вы где, пацаны, вы где? Помните, как прям по прямую закончили. Ой, я еду. Вижу, вижу вас. Да. Есть кадр, прям по траектории едет. Юрдайте. Я выгнал руку, но я так называюсь. Да, that's really him. For Enin, again. I think he had all the chances to win this race, maybe. Мокрый трасс еще круга два на по сапфам. Или три. Жесть будет.
Смотри, аккуратнее. Чё, взять лучшие первые сектора? Да. Ну, а где-то секунду выигрываешь. Я убью его, наверное. Дончики. Ну,
дурак. Штраф дали перед меня. Выхлоп подходит. Обоим им дали штраф. Кому бы? А, это знаешь, на что запистар там. Короче, у меня, короче, я там торможение, мне прошло, но ну, ничего не будет, там нас не обгонят. А его. Юра пропал вообще, а он, оказывается, за нас. Я его не могу. А потому что мы с ним боролись. Говно гонок, короче, получилось. Опять. Блин, почему дождь закончился? Так бы я первым был. Не, ну я там все равно тебя догонял. Ну тебе напить надо было идти все равно, а мне нет. Хрен бы. Да, ну я просто из-за того, что по-любому дождь закончился бы раньше.